Первый в Дагестане апарт-отель в скором будущем начнет свою работу. «Атлантис Марина» создан по принципу курортного городка. На его территории будет располагаться все необходимое для полноценного отдыха. Сейчас на берегу Каспийского моря активно ведется масштабная стройка. Все для того, чтобы в следующем летом открыть двери апарт-отеля для всех посетителей и владельцев апартаментов. Кстати, им может стать уже сегодня любой желающий. Подробнее в сюжете Карины Баталовой. В скором будущем на этих 3 гектарах земли недалеко от Махачкалы будет располагаться уникальный для республики проект. Апарт-отель представляет собой что-то нечто среднее между гостиничным номером и удобной домашней квартирой. Вложив один раз деньги в покупку жилья на территории комплекса, больше не придется думать о расходах и за проживание в курортной зоне. И даже больше, приобретенные апартаменты можно будет сдавать в аренду и получать хорошую прибыль. Именно так будет выглядеть однокомнатный апартамент в апарт-отеле «Атлантис Марина» и в аналогичном апарт-отеле «Каспий Марин». То есть здесь будет присутствовать кухонная зона, соответственно, здесь будет присутствовать санузел, здесь гостиная, это студийный вариант, и, соответственно, выход на террасу. Подобный широкий балкон с панорамным остеклением предусмотрен во всех апартаментах. Отдельная релакс-зона позволит разместить здесь чайный столик или шезлонг и любоваться видом на море. Благо, оно совсем недалеко. У отеля свой оборудованный песчаный пляж шириной 150 метров. И это еще не все. В центре комплекса будет располагаться открытый бассейн в 720 квадратных метров и 2 крытых бассейна – женский и мужской. Плюс ресторан, кинотеатр, фитнес-зал и конференц-зал. Вот он здесь находится, именно на «Атлантис Марин». Здесь же предполагается целый туристический кластер. Есть инвесторы, которые готовы инвестировать достаточно большое количество денег в это все. Предполагаются деловые центры, аквапарки, мечети. Здесь же по всей береговой линии порядка 1 километра предполагается асфальтированная дорога. Территория отеля закрытая. Постороннему человеку попасть сюда не удастся. Благодаря системе контроля доступа, видеонаблюдению и круглосуточной работе службы безопасности здесь всегда будет царить атмосфера надежности. Наконец, не придется переживать за сохранность жилья в период своего отсутствия. Тем более, что в апарт-отеле будет работать собственный консьерж-сервис, который отвечает за уборку в номерах, доставку еды и даже за сдачу апартамента в аренду по поручению собственника. Именно здесь, на этом объекте, практически ни на один день строительные работы не прекращались. На сегодняшний день есть график строительства. Где-то конец 2020-го, начало 2021 года. Все пока идет по плану. Я думаю, здесь существенных задержек не предполагается. Сейчас стоимость однокомнатных апартаментов в «Атлантис Марина» составляет 1 миллион 260 тысяч рублей. После открытия апарт-отеля эта сумма увеличится в разы. Ведь это отличная возможность вложить деньги, отдыхать и при этом зарабатывать. Это около 27% дохода в год от стоимости. Карина Баталова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Махачкала.